Так, мы, наверное, будем начинать. Друзья, все готовы? Добрый день. Позвольте объявить дискуссию «Спортивная инфраструктура в жилой среде». Я не знаю, почему перечеркнуто. Но... Это моя презентация начала. Да, это мы перечеркнули твою презентацию. Так вот, меня зовут Герасименко Артем, я занимаюсь городом и вовлечен в любительский спорт некоторое количество лет, и мне кажется, что крайне важно обсудить эту тему, потому что буквально пару месяцев назад я искал среди знакомых архитекторов кого-то, кто мог бы помочь мне с одним проектом, помочь понять, как лучше поступить с каким-то пространством, как его оснастить спортивной инфраструктурой, а что вообще есть, как это работает. И человек сказал, что, знаете, там непонятно что, есть там типовые совершенно решения, и все используют их, а если нужно как-то углубляться и какие авторские проекты прорабатывать, то там уже кто во что горазд, и не всегда это получается хорошо. При этом при всем мы наблюдаем, я надеюсь, никто не сможет с этим поспорить, безумный бум интереса к спорту. Еще несколько лет назад в Москве не было такого количества людей, увлеченных тем или иным видом спорта. Сейчас не будем ни на одном из них фокусироваться, тем не менее, это очевидно. А спорт является неразрывным. То есть, почему все это происходит вообще на урбан-форуме, наш разговор? Спорт является крайне важной физической активностью. Спорт как физическая активность горожан, а не как да, спорт профессиональный, является крайне важным аспектом урбанизации. Потому что общество, которое жило не в городах, а в деревнях и вот там вот, да, не ездило на метро, в автобусах и не сидело в офисах, а занималось работами в поле, животные, кто-то на дому, хозяйство. Физическая активность этих масс, этих людей. Да? Мы не будем говорить про древних охотников, это как бы там совершенно все понятно. Физическая активность этих людей, да, вот предыдущих там поколений, она упиралась в их образ жизни, который требовал от них достаточно высокого уровня активности. Постепенно мы перемещаемся в города. Больше половины людей в мире живет в том, что называется современным городом. Это количество только растет. И мы все наблюдаем активный рост технологий, в первую очередь транспорта, личный транспорт, автомобили, велосипеды, отлично, это физическая активность, их не берем, но метро, автобусы, безусловно, это благо и позволяет перемещаться по городу с большей уверенностью на большее расстояние, но существенно уменьшает количество личной активности при этом перемещении, место работы. Безумно увеличилось количество рабочих мест, привязанных к сидячему образу жизни. Огромное количество новых заболеваний, связанных и вызванных тем, что человек большую часть времени проводит сидя в помещении. Это болезни как из мира физиологии, так и ментальные болезни, когда человек чувствует себя в коробке, в замкнутом пространстве. Это все очень сильно влияет на наше будущее, как мы с этим работаем, как мы будем это осмыслять. И сегодня в рамках дискуссии мы пообщаемся с людьми, которые и услышим их позиции, и я надеюсь, некий внутренний диалог сможем создать, который будет представлять все стороны. Поэтому позвольте представить спикеров. Начнем мы с Андрея Елбаева. Андрей – архитектор, бюро «Остоженко», видеоблогер, который активно перемещается по городу на велосипеде при этом. Александр Зарецкий, один из организаторов первой в России, тогда в Советском Союзе, лыжной гонки, в которой регистрация была открыта для всех желающих, а не только для профессиональных спортсменов. Андрей Адельфинский, кандидат экономических наук, старший преподаватель Бауманки. И Максим Журило, простите за Бауманка, а не МГТУ имени Баумана. И Максим Журило, триатлет и основатель компании I Love Running, которая занимается вовлечением людей
спорт на широчайшем уровне всей страны сейчас. Итак, Андрей, слово к тебе, потому что я предлагаю начать с понимания того, как вообще города проектируются. Потому что, возможно, не все здесь знают, что город — это не какая-то данность типовая, которая существует и живет сама по себе, а все-таки есть люди, которые задают, и им есть из чего выбрать. Пожалуйста. Спасибо. Ну, конечно, на такой большой вопрос в рамках регламента ответить нельзя будет. Более того, я хочу очень сильно даже тему эту сузить. Вот. Поэтому, ну, давайте посмотрим и поразмышляем о спортивной инфраструктуре в целом в городе. Вот есть, в принципе, объекты, это совершенно очевидно, объекты спортивные, специального назначения. Это все стадионы, это велотреки, это там грибные каналы и так далее. Совершенно ясные объекты городской спортивной велоинфраструктуры. Они часто создаются под таким путем сверху вниз, триггерами их развития являются всякие международные соревнования и так далее. Это в целом мы понимаем, как работать с этим, как, вот, как архитекторы, как градостроители, и такие проекты у нас есть, и это, в общем, такая тема достаточно ясная. Можно долго рассуждать о качестве исполнения и так далее, но я не буду останавливаться на ней. Другой интересный городской объект, который включает в себя спортивную инфраструктуру, это городские парки. И в этом смысле в Москве недавно, никому не нужно, наверное, доказывать, произошли качественные изменения. Мы увидели такой прям рассвет наших парков, много всего было изменено. Много изменений произошло, и в том числе для людей активных, молодых, да, какой-нибудь вот спорт. И, возможно, вот этот рост активности спортивных горожан можно связать и увидеть параллели между вот развитием парков и активности спортивной. Да. И следующий уровень, самый интересный для меня, это жилая среда. То есть вот те маленькие спортивные объекты, которые находятся вот в там, где мы с вами живем каждый день. Это наши дворы, это вот территории придомовые и территории между домами. И город наш меняется, и также меняется устройство двора. И вот здесь вот картина, фрагмент картины Игоря Попова, написанная в 64-м году, называется «Наш двор». И вот у многих, в том числе у меня, есть вот такая светлая картина этого двора, где много людей находится, где обязательно есть спортивная коробка, там происходит, ну вот здесь вот играют в хоккей, кто-то катается на коньках. Однако, выходя во двор и вот просто оглядывая свой двор, я не вижу этой активности сегодня. Живу в серединной зоне, вот, ближней периферии, район аэропорт. Да, и вот у нас там во дворах нет вот сегодня такой активности. И как бы возникает вопрос, а что же изменилось? И должен ли наш двор как-то реагировать на эти изменения? И первое, что случилось, это после распада Советского Союза у нас появилась частная собственность. И теперь жители имеют все механизмы, чтобы свои дома огораживать. И это как бы нормально, и мы к этому стремимся. И вот архитекторы сейчас пытаются уже учитывать то, что в будущем жители хотят иметь все-таки свою полуобщественную территорию двора. И мы видим очень много конфликтов, связанных как раз с спортивной со спортивной инфраструктурой. Вот, например, пример, это не Москва, это Чита. Тут цитата местного депутата. Совершенно типичный пример. Вот по программе губернатора делается спортивная площадка во дворе одного из домов, группы домов. И внезапно это создает конфликт между жителями этих домов и вот людьми, которые приходят туда играть, потому что это не жители. Как правило, вот такие спортивные площадки, и это, в принципе, справедливо для Москвы, туда приходят играть организованные группы, какие-то спортивные сообщества. И это вот моя личная теперь история. Вот в моем дворе тоже есть такая площадка, и там действительно приходят ребята из соседних домов, возможно, из общежитий каких-то, играют шумно, с бранной лексикой. Но мне это не вызывало никаких проблем до тех пор, пока в моем доме не поселился грудной ребенок. И тогда внезапно это стало проблемой. То есть мы видим некий конфликт между вот этой спортивной активностью в нашем дворе и вот желанием жителей какой-то приватности и уюта. Соответственно, сейчас у нас есть все механизмы, чтобы взять, например, вот здесь вот радикальный случай, тут просто жители сговорились и перегородили эту площадку забором и сказали, вот здесь у нас будет детская площадка, все, и они имеют на это право. То есть нужно об этом думать заранее. А другой момент, что произошло, изменился уклад жизни. То есть раньше, в то советское время, не было компьютеров, не было интернета, не было кофеен, коворкингов и всего такого. И чем больше в нашем районе появляется вот таких альтернативных способов времяпрепровождения, тем меньше
людей появляется в дворах, и в том числе вот на спортивных объектах. Получается, что, ну, если вы посмотрите по-честному в свой двор и вот на те какие-то турники, вы, скорее всего, увидите, что ими не так часто пользуются, к сожалению. Поэтому возникает вопрос, а ну, насколько вообще оправдано их проектирование вот внутри дворов? Или как с ними вообще поступать? Другая мысль, я здесь вон в правом углу указал имени Уильяма Уайта, вот был такой американский урбанист, который очень много наблюдал за общественными пространствами, и он говорил, что самое важное и самое такое распространенное занятие, которое людьми занимаются в этих пространствах, и это справедливо для спортивных объектов, это наблюдают за другими людьми. И вот когда эта площадка недоиспользуется, то есть как бы и людей там, в принципе, мало появляется. А теперь, возвращаясь к архитекторам, вот эти спортивные объекты, о которых упоминалось раньше, и парки, их проектирует достаточно небольшое количество архитекторов. И вот в профессиональном сообществе мы намного чаще встречаемся именно с примерами вот инфраструктуры на самом базовом уровне. Вот очень много сейчас проектируется жилья в Москве, да, все знают. Соответственно, по какой-то причине мы продолжаем воспроизводить вот эту вот старую советскую модель социалистического города, такого двора-парка. То есть двора с открытым доступом, когда вот эта площадка, которая внутри этого двора, собирает всех людей с округи, да, и мы все спокойно можем там находиться. Сейчас это все изменилось, и совершенно очевидным, и я хотел бы просто акцентировать на этом внимание, что нужно как-то переосмыслять эту инфраструктуру наших жилых районов. И вот какая-то основная мысль, о которой просто, она, с одной стороны, провокационная, с другой стороны, в какой-то доле правды там есть, что двор — это не парк. И многие сейчас пытаются почему-то их совместить. И что это значит, что двор не парк? Что нам нужны нормальные парки, скверы, спортивные площадки в пешеходной доступности. И при этом нам нужны дворы, которые не создают вот этих конфликтов. Потому что если мы, допустим, вытащим все эти вот турники, разбросанные по дворам, и сделаем нормальную спортивную площадку вот в каком-то сквере, да, в пешеходной доступности, и нормальные площадки для занятий групповыми видами спорта, да, то там будет и использование выше, и людей там будет больше, и это не будет создавать никаких конфликтов. Спасибо. Спасибо большое, Андрей. Я проясню, что подразумевал, наверное, Андрей под трендом на спортивную инфраструктуру в жилых комплексах. Сейчас, если смотреть любую концепцию любого частного жилого района, да, когда представляется вот условная там нога юга, южная Царицына, что-то такое, то на всех картинках буквально олицетворением счастья и благополучия, которое вы приобретете, когда будете здесь жить, это вот тут несколько людей пробегаются, улыбаются друг другу, бегут по какой-то беговой дорожке, а вот тут вот несколько человек едут на велосипеде, и между ними всеми еще несколько детей подтягиваются на турниках и стоят на голове. Все это вызывает такие позитивные эмоции, если там в детали не вдаваться, потому что начинаешь вглядываться, понимаешь, что велодорожка упирается в стену дома и в гигантскую парковку там где-то, может быть и не в парковку, может быть еще что-то. А если смотреть планировку, то оказывается, что все баскетбольные площадки — это просто некие такие разделители между трехэтажными парковочными стоянками у железнодорожных путей, как это там в одном районе новом в Марьино есть. То есть спортивные инфраструктуры часто по остаточному принципу заполняют пустоты в планировке. И это очень грустная картина, потому что ну, как бы люди, у которых маршрут не проходит мимо парковки или на железнодорожную станцию, которая идут в другую сторону к автобусу, а рискуют даже не узнать, что у них рядом есть спортивная площадка и там есть какие-то тренажеры. А, собственно, человек, который концептуализировал это впервые, Кристофер Александер в 60-х годах, он говорил, что вся вот эта вот маленькая точечная инфраструктура, турнички и площадочки, люди на них должны, то есть в каждом своем нахождении в пространстве города люди должны видеть спорт, все занимаются, все это делают, все вовлекаются. И это как бы дает нам некую надежду на светлое будущее. И здесь, наверное, удобный момент, чтобы перенестись в 60-е, раз уж я Александра вспомнил. Александр, мы будем очень рады услышать, как все-таки было тогда. Ну, то есть, может быть, это миф, что сейчас бум спорта, а раньше никто не занимался, или нет, или как? Расскажите нам, очень пожалуйста. Очень трудно представлять себя в роли представителя какого-то давно ушедшего времени.
Но я скажу, что то время, оно кардинально отличается от нынешнего времени, причем отличается очень по многим параметрам. Свои первые соревнования по лыжным гонкам я участвовал в 1963 году в парке Останкино, где теперь построен телецентр. Значит, раньше там был парк, там была детская спортивная школа лыжная, теперь там телецентр. Лыжный спорт оттуда ушел в никуда. Значит, вот аудитория, которая здесь перед нами, я думаю, трудно представить себе, что зимой подмосковные электрички, начиная часов с 8 и до 4-5 часов вечера, выходные дни, были заполненными лыжниками полностью. То есть вот идет электричка, идет сотни человек в этой электричке, и вот каждые 15-20 минут на станции Планерной останавливается электричка, из нее выходят эти сотни людей с лыжами, идут в лес, и вот потом, значит, обратный поток наступает. То есть занимались спортом тысячи, десятки тысяч людей, используя при этом, в общем-то, не созданную такую структуру, а естественные природные условия. Это одна сторона. Вторая, в Москве в то время было довольно большое количество стадионов, мелких, маленьких стадионов, которые принадлежали либо учебным заведениям, либо трудовым коллективам производственным, либо спортивным обществам. Они становились такими естественными центрами притяжения для занятий спортом, в каждом вот микрорайоне. Другой пример. Я большую часть жизни, той жизни провел, родился в центре Москвы и жил на Цветном бульваре, пересечении с Садовым кольцом. Ближайший стадион был расположен в двух трамвайных остановках, назывался стадион «Буревестник». Теперь на этом месте находится спорткомплекс «Олимпийский». Что такое был в то время стадион «Буревестник»? Футбольное поле, беговые дорожки, теннисные корты, баскетбольные и волейбольные площадки, городошные площадки. Силовых городков тогда не было, это был турник и все. Зала не было, была раздевалка, была душевая. Но там постоянно после работы занимались десятки людей. Занимались школы, проводились там занятия спортом, занимались вузы, которые были, трудовые коллективы. В каждом районе Москвы проходило первенство города по футболу. Первенство района по футболу, причем не в одной, а в нескольких лигах. И в районах были футбольные поля. Я могу перечислять сейчас, где был стадион, а теперь там стадиона нет. В моем районе, где я сейчас живу, Краснопресненский район, был стадион, футбольный стадион, на нем проводились игры первенства района. Теперь там построен издательский комплекс, раньше он «Московской правды» принадлежал, теперь он, значит, вот «Московской комсомолец», этому самому холдингу «Московской комсомолец» принадлежит. То есть город, создавая спортивные сооружения, с одной стороны, и развивая, вроде бы, создавая условия для занятий, с другой стороны, могу сказать прямо, уничтожает эти сооружения. На месте их появляются другие, наверное, необходимые городу сооружения, но для спорта они потеряны раз и навсегда. И это спорт невозможно развивать, не имея места, где проводить занятия регулярные спортом или спортивные соревнования. Вот Андрей сейчас говорил о спорте, меня немножко настораживает понятие подход к спорту как некой такой общности. Спорт разный. Спорт игровой – это совершенно отдельный вид. Площадки, залы спортивные, с ними более-менее как-то обстоят благополучно. Бассейн, плавание – тоже другой вид спорта. Спорт на открытом воздухе – это лыжи зимой, это велосипед, бег, теперь уже триатлон, роллеры, лыжи-роллеры. Это совершенно другие виды спорта, и они требуют совершенно другой базы, которая в нашем городе, вот по моему глубокому убеждению, я всю жизнь так или иначе связан с этими видами спорта, она просто отсутствует, физически отсутствует. Потому что это действительно, скажем, что значит вот лыжная трасса сегодня? Это сооружение, имеющее довольно серьезную протяженность, круг 5 километров, шириной там 6-8 метров, должен готовиться, должен... Это спортивное сооружение. На сегодняшний день нет такого спортивного сооружения, лыжная трасса. Лыжная трасса зимой – это
сезон летом и незимнее время – это дорожки для бега, дорожки для кросс-кантри, для маунтинбайка и так далее. То есть это сооружение, которое могло бы использоваться круглогодично, но оно требует очень больших затрат и усилий от города. И вот движение в эту сторону я пока не вижу. Наоборот, существует обратное движение. Площади исчезают, просто исчезают физически. То есть я могу называть огромное количество мест, где раньше проводились соревнования даже международного уровня. Сегодня там жилые массивы, коттеджные поселки и все что угодно, только нет условий для занятий спортом. Еще одну последнюю вещь. Огромные изменения в Москве в спортивной инфраструктуре произошли в 80-м году в ходе подготовки к Московским Олимпийским играм. Это качественно изменило вообще московскую спортивную инфраструктуру. Появились грибной канал, который сейчас до сих пор прекрасно работает и является отличным спортивным сооружением. Рядом существует олимпийская велотрасса, Крылатское кольцо. Вот два примера. Грибной канал существует, и буквально там сейчас несколько дней назад закончилось первенство Европы по байдарке. А рядом существует велотрасса, на которой уже лет 30 не проходит соревнований никаких спортивных, она тихо умерла, хотя является единственной возможностью заниматься велоспортом в городе. То есть я хочу сказать, что есть изменения в лучшую сторону, которые действительно в последнее время я сюда мог приехать на велосипеде по велодорожке, чего раньше это было практически невозможно. А есть вещи, которые как-то выпадают из внимания городской власти города и городской общественности, а они являются основой для развития спорта, массового прежде всего. Спасибо большое, Александр. Я хотел обратить внимание на пару вещей в том, что вы сказали, чтобы неправильное восприятие не возникло в аудитории, и, может быть, с вами обсудить. Во-первых, лыжные трассы. Да. Насколько я знаю, насколько я в курсе, может быть, Андрей меня поправит или дополнит, но сейчас во всех парковых зонах и ООПТ, природно-заповедные городские территории, собственно, когда идет разговор концептуально о прокладке велодорожки, да, об организации какого-то маршрута, изначально ведется всегда разговор о том, что вот здесь у нас велодорожка, зимой мы из нее делаем лыжную трассу. Жители голосуют, не голосуют, как бы неважно, это чаще всего решается именно так. Последний проект, который я видел в подобном исполнении, был проект Митинского парка, который полностью, огромное количество людей вокруг, да, и для них это идеальное место для занятий спортом. Так вот, все-таки разговор о том, чтобы создавать какие-то трассы, он ведется. Вопрос в том, что это за трассы, профессиональные или непрофессиональные, это инфраструктура, и здесь у меня как раз вот просьба сузить сейчас ваш ответ на участие людей, не являющихся спортсменами. Людей, которые в каком-то уже сознательном взрослом возрасте подумали: ой, кажется, мне в жизни не хватает спорта. Кажется, я хочу срочно чем-то заняться. Вышли из дома и начали смотреть вокруг, а что есть рядом, чтобы я мог вот сейчас это делать. И что для них, что они видят, что они видели там, в 69-м, почему они пошли на соревнования, которые вы соорганизовывали, почему они ездили или ездят, или сейчас не ездят, или наоборот сейчас чаще ездят туда, где они не участники, где они не выходят под номером добиться результата, а потом пройти выше, а просто удовлетворить свою потребность в занятии спортом, вот как просто как бы физической активностью. Это не трасса. Значит, я хочу сказать, разница между лыжной трассой и тем, что нам сегодня предлагается в городе, примерно такая же, как между проселочной дорогой и автобаном, чтобы было сразу понятно, о чем идет речь. Лыжная трасса сегодня – это спортивное сооружение, спрофилированное, с ровной 6-8-метровой полосой. Таких трасс в Москве у нас, я могу назвать, одну. Если здесь люди знают, такой парк существует в Мещерске, да? Такой парк. Вот там близко к тому, что должно быть. И, кстати говоря, в эту зиму уже проводились там соревнования по лыжам, а еще и легкоатлетические соревнования по бегу, где участвует на этих дорожках порядка там
несколько сотен человек, 500-700 человек, они все помещаются. Существует техника, которая готовит эти трассы зимой. Для этой техники нужны помещения, должны быть люди. В 60-е годы было очень просто. Организатор накануне прошел на лыжах по трассе, поставил флажки, провел трассу, и люди пошли бежать. То есть изменения совершенно разительные, это несравнимые вещи. Я слышал, и такие организаторы тоже еще остаются, да, в индустрии, да, организации соревнований. Да, да, такие остаются. Вот, но понимаете, какая вещь? Спорт изменился в любом сочетании. Спортивный инвентарь сегодня, ну, если раньше лыжи деревянные стоили порядка там 16 рублей, при зарплате, понимаете, да, 100 рублей средняя, да, зарплата, 16 рублей лыжи. Сегодня лыжи, спортивные лыжи для занятий спортом, даже самые не верхние, не топовые лыжи, стоят порядка 15 тысяч рублей. Так вот, 10-12 тысяч рублей. И выходить на трассу, где можно встретить камни на этих лыжах, да, и все прочее, поломать этот инвентарь, в общем-то, мало, да, достаточно дорогостоящий, мало кому хочется. Всем хочется комфортных, соответствующих условий и потребностям, и сегодняшнему дню, в принципе. Понимаете? Но это требует больших-больших усилий, чтобы это создать, эти условия. Усилия и материальные, и финансовые, они должны быть. Без этого ничего не получится. Хорошо, у меня к вам последнее уточнение, как раз по поводу усилий. Вот вы когда рассказывали и описывали нам картину на Буревестнике, который был на месте, да, Олимпийского. Да. Буревестник, кстати, и сейчас есть, я так понял, только в Хамовниках. Да, как-то, я не знаю, наследник. А вы там были в этом Хамовнике? Еще нет, знаю, что его недавно как раз-таки открыли после реставрации. Этот стадион в Хамовниках принадлежит Московской медицинской академии имени Сеченова. Значит, плохо это или хорошо? Вы знаете, и да, и нет. Значит, там студенты и жители имеют возможность играть в футбол, но что такое был стадион этот самый? Это пыльная грунтовая поляна, на которой стоят ворота. Я сам на ней играл в футбол за эту самую медицинскую академию имени Сеченова. Между вузами проходило первенство вузов по футболу. Вот за 40 лет ничего не изменилось там. Все прошло мимо. Это в центре Москвы. Понимаете, рядом колоссальные изменения, а вот это вот, даже не могу сказать, это каменный век. Это не спортивное сооружение, это просто место. Вот здесь я бы выразил публичное сожаление о том, по поводу того, что к нам не смог присоединиться Юлий Борисов, заявленный архитектор, главный архитектор проекта нового плавательного комплекса в Лужниках, который был построен как раз к 80-му году, то, о чем вы говорили, новая инфраструктура, которая несколько лет в рамках реконструкции был снесен под ноль, и сейчас будет выстраиваться заново, примерно похожее объемное планировочное решение, но немножко другое наполнение и переход от спортивной функции, да, от вот здесь тренировочная база для высокого спорта в сторону какого-то семейно-развлекательного водного центра. Но не будем в эту тему углубляться, потому что все-таки Юлия с нами нет, и он бы только смог нам, наверное, глубинно ответить. Хорошо, мне не до конца остался ясен ваш тезис по поводу хозяйствующих субъектов. Да? Вы говорили, что когда у хозяева были у площадок, трудовые общества, завод или вуз, то там как-то все активно шло, были какие-то фасилитаторы, какие-то тренера или что-то. А сейчас немножко по-другому. Это, в общем-то, объект, который требует и рабочих для поддержания, дорожек, футбольного поля, техника должна быть, да? Это все должны быть штаты, что называется, штатным расписанием и так далее. Если это бы на балансе какого-то крупного предприятия, скажем, или учебного заведения, вот я, например, могу сказать, что сегодня таким центром является спортивный комплекс МГУ. Uh-huh. Вот он исторически как сложился, как МГУ было построено, вот там он существует в таком виде. Хуже, лучше, были дорожки гаревые, стали они резинобитумные, но он существует в таком виде, он не развивается, развиваться некуда, ну какие-то изменения происходят. Наполняемость его другая. 20 лет назад студенты там занимались активно спортом, там с утра до вечера спортивная жизнь, она кипела, сейчас, так скажем, Не бурлит. Про кипение спортивной жизни. Смотрите, вы упомянули соревнования
в Мещерском парке, да, лыжные, я следил за этим, там, по-моему, чуть ли не еженедельно выходили на трассу сотни людей, и, насколько я знаю, часть этих людей впервые в жизни участвовали в чем-то таком. Да. И я здесь передаю слово Максиму Журило, как человеку, который своими глазами видит огромное количество людей, которые вот вчера не занимались спортом, да, вот то, о чем я спрашивал, а сегодня вышли и решили, и где-то услышали, или им кто-то рассказал, у них появилось желание спортом заняться. Максим, вот что, кто эти люди, что ими движет, и есть ли им в городе, где этим заняться? Ну, это мы с тобой, Артем. Спасибо большое. Добрый день всем. Меня зовут Максим Журило, да, я представляю I Love Running. Это на текущий момент самое большое сообщество спортсменов-любителей в России. У нас больше 12 тысяч человек, которые взрослые люди, они в какой-то момент решили начать бегать, плавать, там, заниматься триатлоном или лыжами. Лыжи, кстати, был очень большой эксперимент этой зимы в Москве для нас. Мы открыли I Love Skiing. Эксперимент почему? Потому что очень у многих людей моего поколения, мне 32 года, лыжи ассоциируются со школой, с адом, с мучением, вот, с дровами, ну, то есть, и мы очень хотели показать, что все может быть по-другому, что это может быть красиво, что это может быть интересно, что это хороший спорт, вот, и то, о чем сказал Александр, да, сейчас есть экипировка, современные материалы, которые отводят влагу, и ты не замерзаешь, лыжи, которые едут, они стоят. Вот. Ботинки, в которых удобно, они холодно, и они не кирзовые. А, вот. И, ну, кстати, по итогам соревнований в Мещерском парке в этом году I Love Skiing стала самой большой командой вот за весь сезон. Мы в Москве смогли вовлечь людей, которые никогда не занимались лыжами, но при этом за зиму приняли участие хотя бы в одном любительском старте более 250 человек. И большинство из них продолжает. Сейчас у нас есть летние группы, это лыжероллеры, это подготовка к зиме следующей. Вот. И здесь, конечно, очень большую роль играет инфраструктура, потому что я вот практически каждое утро бегаю у себя в районе, это недалеко от аэропорта, я живу на Ходынке, и там все застроили торговым центром, но небольшой кусочек остался. И там вот с зимы стоит знак «Лыжная трасса». Я не сделал презентацию, если бы я ее делал, я бы обязательно его сфотографировал. То есть это настолько формально, настолько… То есть это не имеет никакого отношения к лыжной трассе, то есть это… Просто вот кусок земли, который зимой затоптан людьми или собаками. А лыжная трасса, конечно, это абсолютно другой объект. И для того, чтобы понять, что такое лыжная трасса, ну, либо надо выехать за пределы Москвы в Мещерский парк, или в Одинцово, либо в Красногорск, либо лучше выехать в Эстонию или Финляндию и посмотреть, что такое лыжная трасса. Это действительно качественный спортивный объект, который каждое утро готовится ратраками. И, конечно, на такой трассе есть огромное удовольствие тренироваться. И это может вовлекать людей. И лыжи, я вижу огромный потенциал в России для того, чтобы вовлекать людей. 140 миллионов людей живет, там доли процента занимается лыжным спортом. Вот, ну, я отвлекся. У меня было три тезиса, с которыми я хотел, да, выступить. Первое, ну, о некотором опыте и подготовке к этой конференции. У нас в I Love Running 33 филиала, 29 из них в России, это все крупные города российские практически, и 4 за границей. Это Казахстан, Кыргызстан, Латвия и Дубай, Эмираты. Это школы для взрослых людей, которые хотят начать бегать, плавать или, ну, лыжи зимой, либо велосипед летом. Мы предоставляем сервис по обучению, подготовке, сопровождению профессиональных тренеров. Вот, поэтому уж, ну вот, о спортивной инфраструктуре по России я знаю не понаслышке, потому что 29 городов, и они все сталкиваются с этой огромной проблемой. То есть вот, с нашей точки зрения, на текущий момент, если есть главный лимитирующий фактор для развития любительского спорта, то это фактор, связанный скорее с инфраструктурой, но первично… Это я тремя тезисами хотел поделиться. Но первично и первая вещь, которая, мне кажется, сдерживает все развитие, это фокус государства на профессиональном спорте. У нас, ну вот здесь рядом отсчитываются дни до чемпионата мира по футболу. У нас проходил чемпионат мира по легкой атлетике несколько лет назад. В Сочи проходила Олимпиада.
вот по моему глубокому убеждению, такие события не имеют к развитию массового спорта никакого отношения вообще. Они имеют отношение к престижу страны, они имеют отношение к туризму, возможно, но они не имеют никакого отношения к тому, чтобы больше людей в России занимались спортом. Прошел чемпионат мира по легкой атлетике. Сколько людей благодаря этому чемпионату стало бегать? Я занимаюсь бегом 24/7. Я не знаю ни одного, для которого это послужило триггером для того, чтобы начать бегать. Прошли Олимпийские игры в Сочи. Сколько людей пришло в лыжный спорт, потому что они увидели там Олимпиаду? Нисколько. Ноль. Но около нуля. При этом стадион лыжный, он до сих пор там есть, на него сложно попасть, вот он закрыт, там целая своя история. Вот. И мне кажется, что ну, так или иначе скоро этот ну, вот вектор внимания государства сместится, потому что любительский спорт – это гораздо, но не менее выгодная вещь для государства, чем профессиональный, потому что любительский спорт – это здоровье людей. Это гораздо меньшая нагрузка на систему здравоохранения, на которую она сейчас просто колоссальная в стране, да, и там все трещит по швам, и денег нет. Это счастье, уровень счастья людей, потому что чем больше люди занимаются спортом, чем лучше они себя чувствуют, тем более они счастливы. И я, ну, и сейчас уже во власти явно есть люди, которые тоже занимаются сами спортом и переживают это через себя, и скорее всего, вектор будет взят на любительский спорт по-настоящему, а не формально для галочки, как это сделано сейчас. Вот. В этом смысле есть уникальная страна, которая является просто вот суперпримером, на котором можно учиться. Это страна Финляндия. До 80-го года, ну, до начала 80-х годов в Финляндии не было никакого внимания к любительскому спорту. И они силами буквально нескольких людей сделали ту революцию, которая вот... Ну, она быстро прошла и сейчас имеет последствия. Это количество людей, процент людей, занимающихся спортом, он там огромен. Вот. Поэтому первый тезис – это, естественно, для того, чтобы инфраструктура начала появляться, ну, государство на самом верхнем уровне должно принять решение о том, что любительский спорт является важным. Вот. Потому что это здоровье людей, это ну, создание нового рынка экономики, налоги, снижение нагрузки на здравоохранение. Там есть очевидные вещи – просто их надо взять, доказать, наверное, где-то там в правительстве и начать это делать. Вот. Второе – это, соответственно, стройка этой инфраструктуры. Профессиональная инфраструктура, она вся очень дорогая. То есть, например, Лужники, которые сейчас там ремонтируют, да, и строят по-новому, это, ну, это очень дорогой объект. Сочи – это очень дорогой объект. Любительская инфраструктура, она значимо дешевле. Если сместить вектор с профессионального спорта на любительский, то есть с нескольких десятков людей, которые там флаг страны защищают, ее престиж на все население, то можно ну, более экономично расходовать средства и строить доступную инфраструктуру. Здесь опять есть примеры Финляндии. В Финляндии соотношение бассейнов на население – это один бассейн на 18 тысяч человек населения примерно. Ну, вот, в Москве живет 20 миллионов, вы можете посчитать, сколько нужно бассейнов, чтобы сохранить это же соотношение. Их нужно, да, Артем, примерно, ну, больше тысячи. Вот, пара больше тысяч, да. Да, но в Москве сейчас около 100 бассейнов. То есть, если говорить о таком вот гэпе, между странами, которые занимаются своим населением и создают инфраструктуру, то он примерно порядок, если говорить о бассейнах. А если говорить о там, беговой инфраструктуре, то тут все значимо проще, потому что бегать можно там, в парках, которые сейчас модернизируют. Ну, нужно сделать какую-то инфраструктуру в виде там, туалетов, раздевалок, да, это все очень недорого. И, насколько я знаю, у Капкова был целый проект по поводу раздевалок в московских парках, но он не был реализован там, в силу его ухода. Жалко. И есть, если взять всю страну, то, например, наши сибирские города, Томск, Омск, Красноярск, Новосиб, они достаточно сильно страдают зимой, потому что когда холодно, то уже особо не побегаешь, а крытых легкоатлетических или таких мультифункциональных сооружений нет. При этом в мире есть практика создания надувных сооружений. То есть там оно стоит недорого, надувается крыша,
каким-то образом оно отапливается, и оно может всю зиму использоваться. Вот. А летом там можно там, делать каток, например, и использовать его под хоккей. Ну, в общем, там есть такая практика. Вот у нас она пока не реализуется. У нас все, если строится, то вот очень дорого, сложно, с расчетом, видимо, на века, но при этом достаточно быстро приходит в негодность. То есть вот второй тезис – это, ну, естественно, нужно просто брать хорошие примеры и реализовывать их здесь, на нашей территории. Вот, и делать это дешево, делать это без каких-то больших бюджетов, вот, не строить какие-то монументальные вещи, потому что они все равно не имеют никакого смысла, они не будут влиять на то, сколько людей занимается. Гораздо больше повлияет то, сколько будет бассейнов, чем один бассейн, вот, который очень дорогой, или один стадион. И третий тезис, он такой логично отсюда выходящий, это доступность, это инфраструктура. То есть возможность доступа к ней обычным людям. Вот. Потому что, ну, Россия — страна заборов, и заборы просто ограничены, ну, они все обносят. Вот. Заборы, все стадионы обнесены заборами. Любой спортивный объект в регионах — это всегда забор, проходная и какой-то, ну, сложный механизм доступа на этот объект. Вот. И, конечно, ну, необходимо... Там, опять же, скорее это задача государства — придумать какую-то систему там, снижения количества людей, работающих, обслуживающих это все, для того, чтобы там, снизить затраты, сделать это доступным всем людям. Вот. И, ну, в общем, если совместить фокус на любительском спорте, хорошие практики в стройке, спортивной инфраструктуры, ориентированной на любителей, дешевой, качественной, требующие минимальное количество людей, и открыть это для людей, а не построить дорого и закрыть забором, то мне кажется, что у нас есть все шансы приблизиться там, к скандинавским странам по количеству людей, которые регулярно занимаются спортом. Чтобы вы понимали этот рейд, например, в Норвегии при населении 5 миллионов человек около 4,5 миллионов человек регулярно занимаются спортом различными видами. Вот, то есть, наверное, не занимаются только вот младенцы, они еще не могут заниматься, и, может быть, очень пожилые люди, которые вот уже не могут заниматься. Вот. И дальше, если взять Норвегию, то это страна номер один в мире по развитию человеческого потенциала, по уровню образования, по уровню доходов населения, по уровню счастья. Вот. Мне кажется, что это очень тесно связано с их физической активностью. Вот, и поэтому спасибо большое, Максим. Расти. Это очень, мне кажется, целостный и направленный месседж, который сейчас прозвучал. Я надеюсь, что у нас он... Видео запишется, и кто-то пойдет услышит, да? Дальше, да. Okay. Не останется в этих стенах или на этом балконе. А перед тем, как передать слово Андрею, который как-то нам, мне кажется, с научной точки зрения позволил взглянуть на бум интереса к спорту за последние годы или десятилетия, я хотел бы подчеркнуть, как-то усилить, да, вот, я не знаю, жирным выделить в последнем тезисе Максима прозвучало про вот доступность, возможность. У нас в стране, я недавно читал одно исследование, и там был упор про фитнес-клубы, про то, что их указывают в статистических отчетах, как, ну вот смотрите, там есть 100 фитнес-клубов, и значит 10 тысяч человек может заниматься спортом, у нас там обеспеченность довольно-таки высокая. Но здесь мы упираемся в уровень жизни и в уровень зарплат. И большинство людей... А, это, по-моему, Pricewaterhouse был отчет или чей-то. Большинство людей не могут себе позволить. Они могут себе позволить по уровню дохода этот фитнес-клуб, но они не выбирают эту трату, потому что, ну, как-то вот дороговато все-таки. Ну, то есть эта планка должна снижаться, она не снижается по каким-то бизнес-схемам. Так вот, в Европе, например, есть тренд, там, где холодно зимой, да, я имею в виду, есть тренд по то, что мы понимаем в каком-то виде под джентрификацией, использованием каких-то устаревающих, низкокачественных, низкоремонтных пространств, когда берут просто комнату в заброшенном доме, может быть, он под снос или не под снос, или просто ветхое жилье, или еще что-то. Ну, то есть, я надеюсь, вы меня сейчас правильно поймете, потому что ошибок в этой фразе я пару сделал. Ветхое жилье нам не подойдет. Так вот. Вот старый дом, вот здесь завод, вот как-то его переделывают понемногу, здесь художники поселились, там кофейня открылась. И вот у нас пока все только про вот здесь дизайн-бюро, здесь архитектор, а тут кофейня.
а вообще везде берут и первый этаж и отдают под какой-нибудь кроссфит, да, вообще место, где спортсмену не требуется там кусочек 3 на 3 метра, и он может за полчаса там как-то полностью удовлетворить эту физическую потребность. В принципе, воркаут-площадки там как-то с этим могут тоже работать, но эти пространства, они более и капиталоемкие, и более привлекательные, потому что некое чувство безопасности, которое также необходимо человеку, чтобы заниматься спортом в городе. Окей, темная улица, сломанный фонарь, турник. В принципе, и есть возможность заняться спортом, но как-то вот все-таки пока ты туда дойдешь, и темно, и там темно. А если мы говорим о пробежке в парке, где после 10 вдруг, да, стало не очень. Ну, вот это чувство безопасности для горожанина, оно тоже является порой ограничивающим фактором. Андрей, я передаю вам слово. Спасибо. Можно слайд поставить? Да, у нас у Андрея есть презентация. А после вас я постараюсь подытожить. Не она. Следующая. Не она. То есть вторая из двух. Ну, сейчас презентацию найду. Добрый день. Меня зовут Андрей Адельфинский. Я преподаю в МВТУ имени Баумана. Кроме того, я занимаюсь спортом, преподаю экономику и бизнес, а занимаюсь спортом – это мое увлечение, которое постепенно стало, значит, из простых занятий, это стало темой научных исследований. Значит, коротенький доклад. Коротенький доклад, который я хотел сделать, он посвящен нынешнему физкультурному буму 10-х годов, то есть факторы, предыстории и перспективы. Значит, я выделил несколько факторов, и вот они будут представлены по слайдам. Значит, начнем с первого. Значит, ну, это новая политика. Значит, у нас сменился мэр не так давно, ну так в глобальной перспективе, и вы все заметили, как изменился город. Значит, вчера, ну, в прошедшую ночь прошел грандиозный велопарад, появилась велоинфраструктура, прокаты велосипедов, то, чего не было в предшествующее правление. Это реальные изменения, и реально появился новый феномен велокомьютинг. Почему я утверждаю, что он новый? Потому что люди, которые раньше занимались велокомьютингом, они утверждают, что сейчас это заметно выросло, и причем приходит новое поколение, новые молодые люди, которые перемещаются по городу на велосипедах. Это даже не спортсмены, в том плане, что они участвуют в каких-то соревнованиях, а вот человек с рюкзачком едет по выделенной полосе для автобусов, он едет на работу и накручивает за день какое-то количество. Если хотите узнать, как выглядит человек, это, например, Андрей, он так делает. А раньше мы ездили так, ну, собственно говоря, и нас смотрели немножечко косо, значит. И это действительно важное изменение. Но здесь очень важно понять, а что вообще такое спорт? О чем мы говорим, когда мы говорим о спорте? Спорт всегда какой-то мотив. В случае перемещения по городу мотив из точки А в точку Б. И вам при этом нужно преодолеть сопротивление среды, которая считает, что вы какой-то отброс и прочее. Вот сейчас это сопротивление среды, оно во многом успешно преодолено. И главный вклад, я считаю, что сделала политика городских властей по сознательному развитию велоинфраструктуры. Ну а теперь я, собственно говоря, перейду к тому, что можно не только, как бы, как сказать, вот визуально увидеть, но к тому, что можно измерить и посчитать. Значит, спорт – это мотив, и это не ради здоровья, не ради физкультуры. Это совмещение мотивации конкретного человека и возможности городской среды. Все те виды спорта, которые популярны в той же в Норвегии, Финляндии, в западноевропейских странах, это те виды спорта, которые реализуются в условиях высокой плотности населения. Это бег, лыжи при наличии возможности, это в северных странах, это велоспорт. Это плавание, опять же, при наличии возможностей, это тот же самый триатлон. Почему? Потому что эти виды спорта связаны с мотивацией. Вот Максим, собственно говоря, и выстраивает в том числе, значит, вовлечение клиентов. Пробеги марафон в Бордо и попей там, вина. Почувствуй вкус божоле. Значит,
И, собственно говоря, вот к тому, что происходит. Надо заметить, что этот тренд, он вовсе не стар. И как бы брать пример с Финляндии, в общем-то, нам не нужно, потому что мы сами были как бы участником этого тренда. На графике, который был, так сказать, два слайда назад, ну вот, собственно говоря, это по реальным данным, а вот это он так немножечко стилизованный, я показал, как это происходило в реальности. То есть действительно это тренд, который начался в там, конец 60-х, начало 70-х годов. И эти самые виды спорта, связанные с проявлением выносливости, и опять же, как бы их практикуют те люди, которые живут в городах в условиях городской плотности населения, они начали расти. И драйвером здесь было, скажем так, информационное пространство, газета «Советский спорт», благодаря которой люди узнавали. Значит, фактор, который я подчеркиваю, это новые медиа. То есть тренд-то старый, медиа просто новые. Раньше это была газета «Советский спорт», которая каждую неделю писала, значит, был журналист Анатолий Коршунов, он публиковал рубрику «Здоровый образ жизни». Потом там «Бег для всех», ну там куча, там названия менялись, как бы редакция, люди, которые эти двигали, нет. Значит, в 90-е мы все знаем, что, значит, произошел сознательный, скажем так, демонтаж советской экономики, советской модели, как бы государства, и, соответственно, исчезла информационная среда раз, и второе, часть людей, которые раньше могли себе позволить досуг, они себе этого досуга уже не могли позволить, они занялись, ну, скажем так, выживанием. Значит, но при этом участие не упало до нуля. Был как бы вот такой период затишья 90-х годов. Значит, в нулевые возник интернет, значит, а в 10-е годы возникли соцсети, и это главный фактор, который сейчас позволяет развиваться спорту. Значит, ну вот про нулевые я могу хорошо рассказать, и, значит, фактор, да, вот который важно имеет значение, это энтузиасты. Нужно очень понимать природу спорта как социально-экономического феномена. Ну, их спортов на самом деле два. Один, вот, который тут критиковал Максим Журилов совершенно справедливо о том, что у нас есть зрелищный спорт. А другой спорт, который строится вот эта идеалистическая картинка «выходи во двор, поиграем». Но на самом деле бег-то он ничем от этого не отличается, и велоспорт тоже ничем не отличается. Вот мы собрались, например, на каком-то пустыре. Значит, ему устроили там велогонку там, на безлюдной дороге. Значит, вот это и есть, выходи во двор, поиграем. Просто этот двор находится там за 50 километров, надо ехать, собираться, координироваться и так далее. Значит, это услуга неэкономического характера, субстантивистского. Это то, что люди сами создают. И держится это на волонтерах и на меценатах. Ну, собственно говоря, ну вот Максиму здесь представили как триатлета, предпринимателя. Я думаю, я вот кто, например. Я вроде как пятикратный чемпион России среди возрастных групп, кажется, да, по триатлону, значит, и на самом деле я в нулевые годы этот вид раскрутил с нуля. Что такое ноль? Это были 15-16 человек, которые, скажем так, выжили и сохранились как спортсмены-любители в этом спорте. И вот один из этих людей, например, Александр Зарецкий. Ну, в том триатлоне, в котором я участвовал, мне кажется, его тогда не было, но как бы в триатлоне клуба «Манжус» он тогда в том году, в 2003-м, участвовал. Этих людей можно перечислить по пальцам. В то же самое время, в начале нулевых, существовали как бы достаточно, ну, скажем так, численно заметные сообщества кросс-кантри велогонщиков, бегунов, значит, ветеранское плавание, и они были гораздо заметнее, чем этот триатлон. То есть я вижу вот 15 человек, этих ветеранов и любителей, в сравнении с 500 бегунами, например, или там 500 велогонщиками-любителями. И поскольку, ну, я не только преподаю, но и я работаю, потому что как бы преподавание денег оно не приносит столько, сколько бы хотелось. Соответственно, я подумал, ну почему бы мне для развития вот того увлечения, которому я вдруг ощутил страсть, не использовать те навыки, которые я получил, работая в области рекламы, избирательных кампаний. Я решил раскрутить этот вид спорта. И использовал, опять же, интернет, существующий уже как бы тогда. Тогда не было социальных сетей, тогда были конференции. И фактически результатом был линейный рост участия новых в локальных гонках, линейный рост, который вот здесь отражен на графиках. И я с гордостью могу сказать, что вот, ну, скажем так, такие люди, как Алла Борисовна Пугачева и Дмитрий Борисович Зимин, они помогали материально этому процессу, ну, там, Шахматова Анатолий Павлович. А я был тот человек, который занимался информационной работой, как бы по затягиванию новых людей. И процесс был запущен тогда, потому что вот нулевые, они не были провальным периодом времени. А что происходит дальше? Следующий фактор. Ну вот я тут иду по факторам, значит, я уже сказал, что это политика властей.
что это новые медиа, и что это энтузиасты, которые изначально являются первопричиной этого как деятельности. Следующий шаг – это кризис роста мировой экономической системы. Значит, все, ну не знаю, вы знаете уже, что за хранение денег в швейцарских банках надо уже платить, как когда-то было. То есть у нас процентные ставки снизились практически до нуля, у нас большое количество денег, значит, на мировом рынке, и эти деньги нужно куда-то пристроить, это один момент. А другой момент – компаниям, которые производят экипировку спортивную, им нужно куда-то ее сбывать, найти рынки сбыта. И в этот момент есть как бы вот этот фактор, он с одной стороны положительный, а с другой стороны неоднозначный. Положительное – это то, что вот конкретно бум участия в дистанционном беге, который мы сейчас наблюдаем, он на самом деле рукотворный. Я вам перед этим рассказал про триатлон, это тоже рукотворный, это вот как бы вот даже вот этими руками делалось. Я не только один, но сейчас не принято. Сейчас люди говорят, я, вот, например, Максим Журил, он Андрей, выступал. Андрей, давайте сейчас вы фокусируетесь на личностях и на собственных достижениях, а хотелось бы все-таки понять спортивную инфраструктуру в мегаполисах. Это Максим, как вообще, вот, да? Сейчас я доскажу, потом значит, перейду. Максим совершенно правильно использовал возможности и несколько раз рассказал о собственной компании. Значит. А здесь я рассказываю в общем о процессе, но как бы несправедливо не упоминать о себе. Значит, смотрите, появляются коммерческие компании, и он, рост участия, он рукотворный. Приходят крупные бренды, запускают маркетинговые программы. Я не знаю, мы можем называть эти бренды. Ну вот компания Nike, она запустила проект, и, собственно говоря, вы знаете, там появились беговые школы в парке Горького. Тот же, Максим, у него тоже проект изначально связан был с продвижением конкретной марки, но он таким образом перерос в другое. И на самом деле ему надо присвоить награду, наверное, как специалисту по партизанскому маркетингу. Это действительно интересно как кейс. Это очень хорошо. Значит, но в то же время и появляются компании, которые считают, что организация соревнований, организация участия – это бизнес. И вот на самом деле вроде бы рост и вроде бы голубой океан, но на самом деле это не голубой океан, потому что приходят новые агенты и вытесняют старых. И, к сожалению, график здесь – это вот как бы упоминание триатлон в контексте бизнесмен, деловой человек и так далее. Значит, на самом деле у нас произошла легкая проблема, это переход с европейской модели, значит, под которой мы подписались, будучи членом Совета Европы, на американскую модель. Существуют разные подходы к спорту, и в европейской модели существует представление о том, что спорт – это защищаемый, социально значимый феномен, и это область экономической деятельности, которая требует регулирования. И основные принципы европейской модели спорта – это социальная солидарность, финансовая солидарность и участие всех. И, к сожалению, сейчас мы, в оптике, европейской модели, что значит ее утрата? Это, во-первых, этические факторы, а именно сегрегация людей по имущественному принципу. То есть если ты можешь заплатить за участие в соревнованиях, значит, ты участвуешь. А если не можешь, значит, ты не участвуешь. Это эксплуатация волонтерского труда и ресурсов государства, возведение социальных барьеров там, где они должны разрушаться. Значит, кризис волонтерства и меценатских структур, в конечном итоге это все-таки формирует дискомфорт и протестные настроения, и это не есть хорошо. Значит, в экономическом плане это потери рынка, потому что экипировка, современный рынок, он может производить ее по самым дорогим ценам. На самом деле лыжи очень дорогие, если ты можешь себе позволить, ты покупаешь себе дорогие лыжи, дорогие кроссовки, ты покупаешь связанные услуги, такие как, например, записываешься в школу бега. А если человек не может себе позволить, но тем не менее имеет в свободное время и хочет участвовать, вот это как раз и есть ценность услуги участия. Таким образом, повышая стоимость, мы снижаем возможности участия и сокращаем рынок. И второй момент, важный очень, то, что благотворительная деятельность является обратным клапаном в рыночной экономике, позволяя ей развиваться. То есть, чья вина? В отношении бизнеса здесь можно просто сказать фразу «ничего личного». Бизнес ищет возможности там, где они ему видятся. Вина здесь органов управления спортом, и это национальные федерации по видам, которые, к сожалению, ведут не очень адекватную политику.
Табличка здесь, это просто показывает пределы, то есть куда у нас, собственно говоря, это все уйдет. Дело в том, что у нас уровень жизни неоднороден и по России, и даже внутри Москвы. Ну, то есть количество людей, которые получают зарплату свыше 75 тысяч рублей, ну, это там 17% по Москве. Ну, медианная зарплата – это меньше 30 тысяч. В Московской области медианная меньше 40, в Московской – это меньше 30. А если мы переместимся в Ярославскую область, ну, там, в среднем по России, то это вообще 20 тысяч рублей. И процент людей, которые могут себе позволить этот дорожающий спорт, он незначителен. Ну и в последний момент, собственно говоря, а кто виноват и вообще повлияло ли Сочи? Сочи – это вовсе не о том. Мегасобытия, Олимпийские игры, вот сейчас чемпионат мира по футболу – это те мероприятия, которые позволяют нам ощутить единство нации, абсолютно объективно, даже если вы это не признаете. И почувствовать вот такое всеобщее счастье. Вот как сейчас мы все думали, ну вот какие наши футболисты, извините, там вылетели. Зато по околофутболу мы всех победили во Франции. Это два спорта. Один спорт участия, другой спорт со зрелищем. Это старая история, она достаточно хорошо научно разработана. И вот то, что говорил Максим, вполне справедливо. У нас действительно слишком большое лобби, которое даже и лобби, и представление, и проектировка, вероятно, городской инфраструктуры именно из-за того происходит, что очень мало людей сейчас у нас вовлечены в спорт, и они вообще представляют, как это делать. Факторы здесь два, то есть вот этот большой спорт, он девальвирует ценности массового спорта. И второй момент, это, собственно говоря, он создает неумные органы управления, которые испытывают кризис лидерства. И то, что сейчас нишу занимают коммерческие организации, ну, это, опять же, вина вот этих спортивных организаций. Мы говорим, ну, мы, потому что я в научном плане как бы выступаю, спорт в городе – это спорт в условиях ограниченных возможностей городской среды. Это, опять же, не футбол, а это скорее дистанционный бег, возможности использования публичного пространства. И те же самые лыжные трассы, ну, специфические, то, как это делается в Европе, это, опять же, там, возможности в каком-то инфраструктурном парке. Вот в парке Горького у нас нет лыжных трасс, зато можно там, не знаю, побегать по холмам. Вот это пример грамотной организации городского пространства. И, видимо, ну, как-то трудности нам надо преодолевать, и, возможно, тот рост участия, который наблюдается, он так или иначе перейдет в осознание. В общем, надеемся в лучшее, но пока что наблюдаем то, что имеется. Очень надеемся. Спасибо большое за яркое, дерзкое выступление. Получилось действительно интересно. Я надеюсь, что ни у кого не создалось ощущение дисбаланса. Единственное, что хотел уточнить, Андрей, это... один тезис, который я, может быть, могу как вывод сделать, это было продолжение нашей дискуссии. И по вашему выступлению, отчасти по Максиму, получается, что государство не очень правильно действует в плане спорта, в плане политики в области спорта. И коммерческие организации тоже вот как-то уже из вашего выступления вот занимают этот рынок, а вот не надо бы. Не очень понял, почему, но неправильную мотивацию какую-то включают, да. Не знаю, вы упомянули Божеле, я там знаю, и сходи в музей, и послушай классическую русскую музыку, там разные истории, но вопрос не про это, а про то, что, может быть, нам тогда стоит задуматься о третьем секторе в спорте, или, может быть, это вообще существует. Я знаю одну организацию, пришедшую к нам из Британии, да, модель условная, которая называется Park Run. Она действует на деньги, это не секрет, крупного спортивного бренда, но его не особо как бы давят в людей. То есть они делают, да, некоммерческая организация, приходи в парк, пробеги 5 километров, вот тут у тебя есть личная метка, собирай статистику, во всем мире попадай в рейтинг. Ну, то есть является, здесь есть то, о чем вы говорили, есть и мотивация, отсутствует государство, нет никакого прямого финансового сбора с участников. Вот чем эта модель плоха, почему вы ее обделили в своем обзоре? Значит, я могу объяснить. Проблема заключается в том, кто задает тренды и кто проводит те же самые мега-события. Ну, мега я уже в другом контексте использую. События, которые значимы для массового спорта. Если говорить про модель, я говорю, этой истории достаточно давно. Европейская модель, ну вот то, что я как бы сказал, да, есть документы, которые опубликовал Совет Европы, там можно ссылаться. На самом деле это исторически вызревшая
социальная конструкция и договоренность европейская противостоит американской. Американская, скажем так, ну, в отношении модели организации спорта, то, что не европейская. Если мы возьмем, скажем так, одну из моделей мирового массового спорта, шведскую гонку Вассалопед, она организуется с 1922 года, значит, и во многом послужила образцом. Ее в настоящий момент делает некоммерческая, да ее всегда делала некоммерческая организация, клуб «Мора», который ее исторически организовал. Ну, там работает 20 человек, количество увлеченных людей, ну, как бы на момент проведения, оно гораздо больше. Это для всех мегасобытий характерно, вот, ну, для всех массовых событий то же самое, те же самые модели. Вопрос в принципах. И вопрос в том, что это вопрос именно политического решения, какую организацию власти предпочтут. А с другой стороны, можно противопоставить мировую корпорацию триатлона, которая, вы знаете, владеет брендом Ironman. И вот когда вы каждый раз слышите Ironman, это вот вы копилочку, значит, китайскому бренду, который делается в США, да, делаете. Просто так исторически сложилось, что общеупотребимое название дистанции, которое значимо, которое циркулирует в сообществе, оно было оформлено как бренд частной компании. И теперь каждый раз, произнося это слово в данном контексте, вы бесплатно помогаете этой компании. И это вот то, что есть плохо. Почему? Потому что конкретно сейчас американский рынок, он уже достиг, ну вот в отношении триатлона, он уже пошел на спад. Что смешно. И если поговорить с американскими директорами гонок, которые, как бы, значит, они, вот 40% они говорят, было бы замечательно, если бы эта чудесная компания, она бы умерла, потому что ее бизнес начинает разрушать наш бизнес. Это как-то к некоммерческому сектору? Это относится именно к некоммерческому сектору, потому что в данном случае коммерческий сектор, он разрушает некоммерческий сектор. Происходит кризис благотворительности, волонтерства, кризис самих структур, которые организуют. Нам нужно некое перераспределение. Это инструмент перераспределения. Mm. Просто вы представляете, что вот так эта отрасль управляется, так она устроена. Ну, я не знаю, ну, как вот господин декан экономического факультета МГУ, господин Аузан, он говорил, ну, вот почему, например, у нас нет рынка органов человеческих. Но это же так просто. Можно вырезать из себя какой-то кусок и продать его. Почему нет? Почему у нас нет, например, рынка проституции? Были бы чудесные, значит, мероприятия, где можно прийти. Почему вот... Почему? Есть почему ответ прозвучал или не прозвучал тогда? Я просто... У нас осталось там буквально считанные минуты, да. Я поэтому стремлюсь ускорить имеющимися у меня инструментами дискуссию. Ответ прозвучал, почему нету каких-то рынков? Ну, то есть это вопрос этики или это вопрос... Вопрос этики, раз. И второй момент, ну, в данном конкретном случае, это вопрос экономической рациональности. Поскольку события, которые создают тренды, они не конкурентны. То есть, иначе говоря, вот смотрите, с дистанционным бегом в Москве. Исторически тренд задавали в Москве два конкретных оператора. Это фонд «Московский международный марафон мира». И, значит, труд Лужники, значит, ну вот, контора, связанная с этой организацией. Пришли новые люди, и у нас вместо двух компаний-организаторов оказалась одна новая, которая, опять же, вдохновение черпает в американской модели. Она вытеснила, значит, вырос стартовый взнос, и сейчас действительно, ну, как бы, вроде рост. Да, но происходит сегрегация. Я не знаю, можно Александра спросить, он как бы гораздо больше погружен, скажем так, знает гораздо большее количество людей физически, которые в этот спорт вовлечены. Мы здесь уходим сейчас в детали, в конкретные кейсы и в то, что вот какая плохая американская модель, умеющая так делать бизнес, вдруг победила наши советские привычки, это организации, не советские связи. Привычки, нет, это ну это то, как это звучит. Это не я говорю, это то, как это звучит у вас. А вот делали хорошие люди, а вот пришли какие-то с американской моделью, все сегрегировали и все по-другому. Это то, что я считал. Я как бы не оцениваю сейчас то, что вы говорите, а пытаюсь интерпретировать и ускорить, потому что нам пора заканчивать. И это, ну, это факт, действительно непреложный. Но у меня есть очень важный вопрос к Андрею. Мы давно его не слышали. Он начинал нашу дискуссию, и при этом, как архитектор, а вы только что озвучили мысль о том, что должен быть непосредственный заказ, да, должен поступать от государства, и тренд должен меняться. И Андрей здесь, как архитектор, представитель архитектурного бюро, человек, работавший какое-то время в госорганизации, занимающийся планировкой. Андрей, скажи нам, пожалуйста, что может послужить
триггером, спусковым механизмом для того, чтобы сам заказчик, а понятно, что большие проекты планировки территорий, это все-таки там не два друга пошли погулять и решили полностью перепридумать район, чтобы он был более спортивно ориентированным. Вот что может повлиять на мнение заказчика и на вот это вот условное техническое задание, которое он дает для того, чтобы какой-нибудь российский город или даже Москву, какой-то из районов, с позиции то, о чем говорил Максим, то, о чем говорил Андрей, и то, что упоминал Александр, чтобы сделать это центром, да, чтобы существовало вот это вот, и это активно работало, и управляющая компания не трубы чинила и дорожки, и ремонтировала ямы в них, а занималась тем, что организовывала эту активность. Ну, ответ, я думаю, вполне очевидный, и, собственно, все вот, что все, что ты перечислил, на самом деле может быть в разных случаях этим триггером. Может быть какая-то личная ангажированность вот этого заказчика, вот он спортсмен, он триатлоном сам занимается, ему интересно, он хочет, у него есть своя собственная хотелка вот здесь, в этом районе это реализовать. Или, может быть, в районе, если это существующая застройка, и там что-то новое строится, там может быть очень сильная действительно комьюнити какого-то вот спорта, и они это будут продвинуть. Но самое главное, и вот к чему я пытался как-то сводить разговор, это как раз про спорт неорганизованный, любительский неорганизованный, такой, когда я утром побежал, вот пробежал 5 километров, 10 километров и вернулся и забыл про это. И вот это как раз запрос уже просто обычного среднестатистического жителя города, который, к сожалению, пока вот его нет. А как он формируется, это опять замкнутый круг, потому что, возможно, вот за этот запрос участвуют как раз все организации и весь организованный спорт. Да? Два вывода. Всех спортсменов в девелопера, в строительный бизнес, всех горожан в осознанность и в желание. Ну, факт остается фактом, что если мы говорим про жилую застройку, то это либо вот такие очень странные, в поддержку, наверное, опять-таки, такого профессионального спорта объекты. Вот они понятны, мы знаем, как их делать, вот они действительно закрыты, эта проблема существует. Либо это совершенно пущенный самотек, вот эта инфраструктура, которую вот я говорил, про которую упоминалось, совершенно верно. Совершенно бесполезная, не работающая инфраструктура. Хорошо, спасибо большое, коллеги. У нас время вышло, к сожалению. Да, я предлагаю, я, во-первых, всех благодарю искренне. И предлагаю нам продолжить дискуссию, можно даже с вовлечением желающих в зале, но уже вне сцены, потому что нам пора ее освобождать. Спасибо вам большое. Мы, возможно, находимся только в начале пути, и, скорее всего, так и есть. Но услышать друг друга, сформировать какое-то видение и рассказать об этом нашим гостям, которые в воскресенье здесь пришли послушать, несмотря ни на что, хочется сказать спасибо и вам, и вам, и вам, и организаторам за то, что дали нам такую возможность. Большое спасибо. Да. Время. Чуть-чуть. В индивидуальном порядке. Очень жаль.